В рамках празднования Дня независимости в Волгограде прошло одно из самых красочных мероприятий. Флешмоб «Мы вместе» проводится в поддержку главного символа нашей страны. Около 100 участников мероприятия выстроились в слово «Россия», после чего развернули 12-метровый российский триколор. Для привлечения внимания к празднику День независимости России, который состоится завтра, 12 июня, для того, чтобы поднять патриотизм среди молодежи, для того, чтобы поднять их политическую и гражданскую активность и, собственно, на благо нашего города, чтобы они и дальше продолжали устраивать подобные мероприятия. Потому что неравнодушно то, что творится в нашем городе. По-моему, это здорово — участвовать в различных флешмобах Волгограда, принимать участие, быть активистом.